Вот собрался человек, ну, скажем так, в силу определенных причин стать на духовный путь. И тут же шайтан ему говорит: «А ты уверен, что Бог есть?» И тут же начинает оперировать чем? Это правда, друзья. Он начинает оперировать святыми писаниями. Как ты можешь быть грешным, если ты христианин? Ведь пришел Иисус Христос и все грехи забрал. И Он сказал, что через Него ты в рай попадешь. В исламе скажут чуть по-другому. Другие слова, но суть будет та же. И вот если ты не знаешь, друг мой, что дьявол есть, ты никогда не поймешь, что есть Бог. Первый, кого должен познать человек, — это дьявол. И должен осознать, что его дьявольская часть — мелкий бес, и есть твое сознание. И оно в тебе, и порой живет вместо тебя —